Третий вопрос. Какие могут быть сложности при заключении брака между иностранцами, в частности, между гражданами России и Испании? В данной ситуации могут возникнуть несколько проблем. Во-первых, если один из супругов находится не в Испании, процесс осуществления официальных извещений будет сложнее. Во-вторых, необходимо определить, законодательство какой страны будет применяться. В-третьих, могут возникнуть трудности при вынесении решения, когда имущество или один из супругов находится в другой стране.